Всем привет, ребят. Ну что, у нас, как обычно, началось утро с английского сервера. Продают уже скин полным ходом, продают топовые плюхи. Вообще обалденный пак, кстати, вот этот с камешками. Огника, кто там спрашивал, завезли за 10 баксов. Минимальные паки, апдейт пак. Вот здесь за 5 баксов можно ради интереса качать аккаунт за пятюню. Так, что тут у нас есть? Куча всякой шняи. Вот такой вот пакет накопления даже дают. Неплохо. Что у нас по дискаунту? Минус 70%. Вот так вот, такой вот дискаунт. У меня 70 монеток есть. Взять себе камешков. Давайте посмотрим, что тут интересного есть. А вот этих камней мне тоже не хватает. Книжечки, ну книг у меня валом. Давайте так пошаримся. За 10. Вот мешки. За 20. Да ладно, что там 20 столько стоит? Это просто жесть. Фоба типа. Дорогой. О, огненка. Вот эта тема. Эту тему надо брать. Ну, давайте заберем, посмотрим. Делаем скидочку. Так, это забрали. Эти честы нам пока не нужны. Поехали дальше. Может, еще огненку где-то надыбаем. О, рунки продают. И эти, ну тоже, смотрите, по 20 аж. Девятые руны. Ну, такое. Праймы по 15. Мне больше огненки нужны ради тестов. Так, опять смотрите, какие плюхи. Да давайте огненку, нафига мне в ваших столько этих камней, блин, смотрите, что они делают. Что скидка, что без скидки. Один в один. Одиннадцать, девять. Но тут вряд ли мы уже вытащим что-то лучше. Это я зря сделал. Проще было две докупить. Еще и смену нажал. Хрен с ним. Так. Что у нас получилось? Плюс 3 огненки. Такс. Такс. Ну, вот 70 большой пак. Можно скин получить. Вот этот пак очень выгодный. Плюс 40к. Инсигния. 8 штук. 2. Скин на этого уже вообще фигню стоит. Что там, лауда и догонять будет или нет? Что-то он как-то застопорился, скинул силу. Странно. Странно. Где мои плюхи? Вот плюхи мне до сих пор не пришли. Просто тупо не пришли. Что тут есть еще у нас? А, остров открыли. Собираем книжечки. Мне, чтобы дать 20 осколков зефирки. И тут карта. Понятно. Побежали на русский сервер. Посмотрим, что там интересного. Что у нас на русском сервере открыли? Так, войди в игру, получи приз, трать с выгоды. Сегодня, кстати, последний день, рулетка, удачи. Тут рулетки на русском сервере. Это не магическая рулетка. Императорская кузница, награды, события, карта богатства, прящий остров. Забрали. Даже не буду смотреть сколько. Так, карта богатства. Парящий остров есть. Коллекционер героев, ребятушки. Коллекционер, нифига себе. Хорош. Вот это реально хорошо.
За фобу дают, а что на рынке? Огников завезли. Конечно. О, скин на Лазулю завезли. Скин на Лазульку завезли. Это интересно. Что, сделаем скин на Лазулю? Посмотрим, ребятушки. Главное, чтобы не на Сарделю взять. Посмотрим, что это за скин на Лазулю, как он выглядит. Вот так вот он теперь выглядит, ребятушки. Ого, нифига себе. Ну, поехали в рейды посмотрим. Поехали глянем на это чудо. Ну, такое себе, не знаю, что-то. Конечно, какой-то он, у меня такое чувство, какой-то он заторможенный стал. Или мне так кажется. Но как-то он такой поболее стал, длинный. Землеройки всякие. Ну, не знаю. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу скина. Ну, как по мне, что-то такое непонятное. Длиннохвостый. Посмотрите, насколько он дольше, чем Огник. Нифига себе, он в два раза дольше, чем любой герой. Реально, здесь он, посмотрите, какой маленький. Хотя не, в принципе, вот вылез. Прикольненько. Ну, короче, такое. Давайте на парящий забежим, сразу же жахнем. Плюшки. 172 пельцы, ребятушки. 172. Один. Один. Уже как хреново на русском. Два падает. Один. Пять. Пять. Нифига себе. Вот это мега удача была. Мы на Тайване, блин, там по 10 собирали как минимум пару тычек. Тут пятерки максимум, что падает. 5-1. 15, нифига себе. 10, не, ну, извините, русский сервер, еще раз 10. Один, один, пять, рунка, один, 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 и нифига больше. У меня две пульсы осталось, что за прикол? Так, и что у нас получилось в итоге? Как думаете, сколько мы там собрали? Штук 100? Оба с оккультист. Так, ну что, давайте посмотрим на коллекционера поближе. Ну, топовый коллекционер, в принципе. 15 слизней, 8 бравлера, это круто. Вальс клинков за фобу тоже. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Так, командорка, леди Лео. Рандомчик, давай. Атлантикор, медуза. Дайте мне фобушку. Дракос. Триант. Нифига себе падает. Оккультист. Обалдеть. Бульдозер. Ну, падает хорошо, ребят. Хорош, хорош. Укротитель.
Дракос. Малыш Ник. Заклинательница. Сейчас заодно посмотрим, за сколько слизней реально собрать. Вы пишите, кидайте. У-у-у, шаман. Нашаманил Анубиса. Что у нас там получилось, ребята? Что у нас там получилось уже? Коллекционер 11-15. Ну, давайте добьем. Ну, нормально падает. Слизни падают. И герои падают. Обалденные причем герои падают. Душек. Фрея, нифига себе. Нифига себе. Космо! Ебой! Еще один космо! Нифига себе! Два космища подряд. Фрейка. Ну, это жесткий, ребят. Это жесткий роллинг. Вы обязательно должны поставить просто лайк ногой, рукой. Еще мы не собрали. Еще два слизня. Два космо подряд. Короче, админ панелька на высоте. Все, мы все собрали. Смотрим. Собрать. 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 Ну, фоба понятно. Ну, фоба у меня и так есть. Мы здесь фобу получили вообще за копейки. Вот такие вот плюшечки мы получили. А потратили в итоге 3000. 10. 30 43 тысячи. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.